1 июня 2012 года компания «Мира» переходит на новый маркетинг-план. Приказ об этом был подписан генеральным директором ЗАО «Мира М» Вагабом Мантиковым. Текст нового маркетинга, а также комментарии к нему и ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы можно прочитать на сайте компании по адресу www.mira.ru в разделе «Дистрибьюторам». Линия «Мира Профессионал» расширяется. Новый продукт уже поступил в продажу. Крем-маска омолаживающая. Инновационное и активное анти-эйдж средство с люримином. Она не раздражает кожу, восстанавливает нормальную внутрикожную коммуникацию и транспорт. Усиливает синтез основных белков, уплотняет структуру эпидермально-дермального перехода и формирует неповрежденный кожный барьер. Предложение действительно только для косметологов компании. К майским праздникам компания «Мира» подготовила сразу несколько акций, которые пройдут на всех складах. Их цель – стимулировать продажи и повысить покупательскую активность в праздничные дни. Специально для этого были разработаны плакаты, а также красочно оформлены витрины. Торговая полка «Мира Труд Май» – набор со скидкой «Выбирай» – есть в каждом зале. На ней представлены наборы, участвующие в акциях. Компания «Мира» приняла участие в международном модном форуме «Неделя моды» в Новосибирске. Это самый большой по количеству показов выставочный проект, который проводится в сибирском регионе. Кстати, у него еще и самая длинная по продолжительности программа «Дефиле». В рамках проекта регулярно проходят деловые мероприятия, мастер-классы и тренинги по направлению мода. Добавим, что за 5 дней его посетили более 5000 зрителей.